Добрый день. Хочу поделиться с вами радостью. 17 числа я получила визу, а в этом месяце, 15 числа, я уже вылетаю в Америку. Хочу еще раз поблагодарить второй паспорт, потому что первый раз, когда мы подавали визу в Питере, мне было отказано. Я очень боялась, что у меня не получится. Ну, второй раз мне могут не дать после отказа. Ну, вот второй паспорт мне сильно помог. Спасибо вам большое. Вы, в общем-то, вы сделали очень многое для меня. Я же говорю, у меня сейчас большая радость. Я сейчас скоро вылетаю в Америку. Благодаря второму паспорту они помогли мне найти и дату, и время. И сопроводили меня. В общем, сделали все, что возможно, чтобы все было удачно. И слава Богу, все удачно. Большое вам спасибо.